Сегодня мы поговорим по теме, которая очень важна в рамках паллиативной помощи, о респираторной поддержке, инвазивной респираторной поддержке. Уважаемые коллеги, позвольте немножко напомнить несколько базовых понятий, прежде чем приступить к изложению проблемы искусственной вентиляции легких. Принцип физиологического дыхания – это раскрытие грудной клетки при помощи дыхательных мышц, основной из которых является диафрагма. Легкие, увлекаемые отрицательным внутриплевральным давлением, тянутся в клетки. Таким образом, объем легких увеличивается, снижается внутриальвеолярное, внутриплевральное давление и вдох, градиент между давлением в альвеолах и наружным давлением. На выдохе легкие сдуваются за счет эластической тяги грудной клетки. Так мы с вами дышим. Контроль дыхания осуществляется очень сложным координационным образом в различных рецепторах, расположенных как центрально, так и периферических рецепторов растяжимости легких, проприорецепторах, которые находятся в различных отделах головного мозга. Все это поступает в центральный генератор паттерна дыхания, который находится в продолговатом мозге, и таким образом происходит сложная авторегуляция дыхания. Несколько потребностей организма нашего. В минуту мы примерно потребляем 250 мл кислорода, при этом выделяем около 200 мл СО2. Транспорт кислорода осуществляется в виде оксигемоглобина к тканям. Транспорт, обратный транспорт углекислоты осуществляется в виде связанном состоянии СО2. Минутная вентиляция легких определяется как альвеолярная вентиляция плюс альвеолярная плюс вентиляция мертвого пространства и определяется объемом вдоха и частотой нашего дыхания. Некоторые базовые определения показателей дыхания. Жизненная емкость легких представляет собой дыхательный объем, как видно на этом слайде, и резервный объем вдоха и резервный объем выдоха. Таким образом, вот это наша жизненная емкость легких. Еще есть такое понятие функциональная остаточная емкость, куда включается резервный объем выдоха, то, что мы можем выдохнуть после спокойного выдоха, и то, что мы никогда не выдыхаем, это резидуальный объем или остаточный объем. Дыхательная недостаточность, как уже было подчеркнуто, это неспособность органов, систем органов дыхания поддерживать адекватный газовый состав артериальной крови. То есть кислород более 60, СО2 менее 45. И классификация, она немножко условна, но тем не менее подразумевает, что первый тип гипоксемический, когда СО2 более-менее нормальный, но страдает кислород. И гиперкапническая или вентиляционная недостаточность, когда и имеется рост и СО2, и снижается кислород при этом тоже. В паллиативной помощи чаще мы имеем со смешанной дыхательной недостаточностью, но все-таки преимущество тех пациентов, которые попадают в паллиативную помощь, это вентиляционная дыхательная недостаточность, которая может быть не только причиной ее, не только гиповентиляция, но и увеличение объема мертвого пространства, усталость дыхательных мышц или слабости, как при нейромышечных заболеваниях. И еще одна классификация дыхательной недостаточности, которую мы встречаем в клинике вообще, это острая дыхательная недостаточность, которая сопровождается с нарушением кислотно-основного состояния в виде pH, со сдвигом pH, и хроническая дыхательная недостаточность, которая характеризуется более-менее нормальным pH за счет длительно существующих газовых расстройств, происходит его компенсация в виде избытка бикарбоната. И здесь приведены нормальные значения pH, газов артериальной крови, бикарбоната и сатурации. Также бывает ситуация, когда у пациента хроника с хронической дыхательной недостаточностью возникает какое-то дополнительное обострение и острое на фоне хронической. В паллиативной помощи мы имеем дело в основном с хронической респираторной недостаточностью, хронической дыхательной недостаточностью и острой на фоне хронической. Очень важно различать просто частое дыхание или учащение дыхания, которое мы можем в норме устроить, да, часто дышать, и субъективное ощущение дыхательного дискомфорта – это одышка. То есть одышка – это субъективное наше ощущение. Оно возникает
она возникает у пациента по разным причинам. Иногда коррекция одышки – это не только коррекция газового состава крови, об этом несколько позже. Искусственная вентиляция легких, протезирование функции внешнего дыхания. Аппарат вдувает в легкие под положительным давлением дыхательный объем. Дыхательный объем, который аппарат вдувает, мы устанавливаем сами, рассчитывая его из формулы безопасной вентиляции 5-7 мл на килограмм идеальной массы тела. То есть той массы тела, которая должная, высчитывается по формуле для мужчин, для женщин. Избыточная масса тела, которая у многих пациентов присутствует, не учитывается в этом дыхательном объеме. И также мы устанавливаем частоту вдувания этого объема, обозначаемый F. Таким образом, минутный объем дыхания, который производится благодаря устройствам аппарата искусственного дыхания, определяется как произведение дыхательного объема и частоты. Что делает аппарат? Он делает давление на вдохе, создаваемое аппаратом, которое обозначается как верхнее давление. Устанавливается время этого вдоха, время аппаратного выдоха, то есть то время, которое аппарат позволяет грудной клетке сжаться и осуществить выдох пассивный. Выдох всегда пассивен как при своем дыхании, так и при аппаратном. А также второе давление, которое мы устанавливаем при настройках, это давление в конце выдоха, так называемое нижнее давление. Таким образом, вся вентиляция – это двухфазное положительное давление. Респираторная биомеханика. Аппарат создает давление, объем и поток. Все это взаимосвязанные вещи. Тип вдоха может быть самостоятельный. Пациент индуцирует этот вдох, аппарат его усиливает и помогает. Или принудительный, когда аппарат навязывает дыхание по частоте. Что создает дыхательный контур? Дыхательный контур – это система, которая связывает аппарат дыхания с пациентом, то есть с трахеостомой, в данном случае в инвазивной вентиляции легких. Он включает в собой трубку, коннектор, соединяющий через фильтр трахеостому. Все это дыхательный контур. Так вот, он создает сопротивление, которое должен преодолеть аппарат, подавая воздух в наши легкие. Помимо того, что легкие создают сопротивление, еще и контур. Это очень важный момент, особенно для длительно находящихся на вентиляции пациентов, потому что проходимость этого контура, его диаметр, проходимость трахеостомы, проходимость фильтра, все имеет значение. Фильтр может намокать, усиливать сопротивление, таким образом вентиляция будет неэффективной. Трахеостома может забиваться, и ее сопротивление может нарастать, и все равно вентиляция будет неэффективна. Во всех ситуациях мы должны контролировать абсолютную проходимость этого дыхательного контура. Презентация несколько больше той временной возможности, которую мы можем сейчас обсудить, поэтому кто хочет более подробно остановиться на некоторых слайдах, потом спокойно ее посмотрит. Таким образом, очень важно сопротивление дыхательных путей и эластичность легких, то есть их адаптивность. Что такое триггеры? Триггеры – это сигналы, которые включают вдох и выключают вдох аппарата, позволяя пациенту выдохнуть. Таким образом, есть триггер вдоха и триггер выдоха. То есть тот сигнал, который позволяет переключить аппарат с вдоха на выдох. Параметры триггеров бывают временные, когда аппарат просто с определенной частотой, соответственно, через определенные промежутки времени подает поток с давлением, доставляя в легкий объем. Может быть триггер потока. Пациент инициирует вдох, аппарат фиксирует этот поток и усиливает его установленными нами давлениями. Это триггер потока. Вот у наших пациентов, находящихся многих в сознании, и у которых сохранен паттерн дыхания, это очень важная функция триггера. Рестриктивные и обструктивные нарушения ритма. При рестрикции снижаются все объемы. При обструкции очень большое значение имеет рост остаточного объема, как, например, при тяжелых поздних стадиях ХОМЛ.
Основные хронические обструктивно-рестриктивные заболевания, приводящие к хронической дыхательной недостаточности, которые требуют респираторной поддержки. То есть те пациенты, которые уже неизлечимы, которые требуют коррекции. Это обструктивный хобл, либо муковисцидоз. Рестриктивные – это, конечно, в первую очередь, нейромышечные заболевания, а также очень тяжелые синдромы ожирения и гипервентиляции, которые приводят к нарушениям дыхания в нижнем. Может быть, и выраженный кифосколиоз, может быть, какие-то онкологические заболевания или осложнения, которые приводят человека к выраженной дыхательной недостаточности. Может быть, и легочный фиброз. Проблема последнего особенно актуальна на фоне бушующей пандемии. Виды респираторной поддержки при хронической дыхательной недостаточности. Понятно, что инвазивная через инвазивный доступ, то есть трахеостома. Неинвазивная без открытого доступа может осуществляться через различные варианты масок, или через мундштук, или через канюли, как при высокопоточной терапии. Суть инвазивной и неинвазивной вентиляции легких одна и та же. Аппарат доставляет определенный объем дыхательной смеси в легких пациентов под положительным давлением. Различие только в путях доставки этого объема. Либо с помощью маски, либо с помощью доступа, то есть трахеостома. И здесь показаны различные виды трахеостом. Предпочтительно с двумя манжетами для создания герметизации дыхательного пути, чтобы не было утечек, таким образом, чтобы весь объем доставлялся в легкие. Поэтому две манжеты для попеременного раздувания. Есть более современный нижний слайд, те манжеты, которые абсолютно конфигурируются с объемом, таким образом уменьшая риск осложнений пролежней трахеи. Вот так выглядит трахеостома, которая уменьшила свое просветие благодаря засорению. Она требует замены. Основные режимы искусственной вентиляции легких, если так очень коротко и постараться попроще объяснить. Контролируемая вентиляция, аппарат полностью контролирует дыхание, полностью навязывает и объем, и частоту. Аппарат, поддерживающий вентиляцию, когда собственное дыхание сохранено, но аппарат его усиливает, таким образом достигая необходимого дыхательного объема. И самостоятельное дыхание, спонтанное дыхание, которое тоже осуществляет поддержку определенную в конце выдоха давления. Очень важны виды контуров. Какие есть контуры? Контур может быть с клапаном выдоха, который позволяет пациенту выдохнуть не через контур, а в атмосферу. Могут быть однотрубочные и двухтрубочные. Таким образом, все зависит от конкретной комплектации и задачи, которая осуществляется при инвазивной вентиляции легких. Мониторинг, сатурация пульса и во время вентиляции обязательно. Ну, как правило, пульсоксиметры у всех есть сейчас, даже не пациентов паллиативных. Мониторинг пациента, который находится у вас дома и либо в паллиативном отделении. В первую очередь, самочувствие, его комфорт – это обязательно самое главное. Да? Пациентоцентрическое подход к респираторным решениям проблем пациента. Мы не должны лечить и гнаться за анализами. Мы должны максимально облегчать тягостные симптомы одышки. Утечки из контура. Очень важно проверять, нет ли утечек из контура, чтобы пациент получал указанный объем. Синхронизация, насколько пациент и аппарат совместно настроены. А это настройка триггера. Ну, также дыхательный объем, частота дыхания, пульс сатурации, которая устанавливается и мониторируется аппаратом, встроенным блоком. Цель паллиативной помощи – купирование тягостных синдромов. Одышка – один из них. Современная нормативная база, позволяющая врачам паллиативной помощи заниматься респираторной поддержкой. И основные ее этапы – организации домашней респираторной поддержки при хронической дыхательной недостаточности, которые были изложены в рекомендациях 2016 года. Когда мы прибегаем к инвазивной вентиляции при хронической дыхательной недостаточности именно в паллиативе? Это при тяжелых дисфагиях, нарушениях глотания, которые приводят к частым аспирационным осложнениям, когда нужно разобщать дыхательное горло, простым языком выражаясь, и пищеварительный тракт, при выраженных бульбарных расстройствах, когда отсутствует ясное сознание и коммуникация, естественно, вентиляция должна проводиться инвазивно.
при нарушении кашля неэффективной санации дыхательных путей при невозможности этого достижения иными способами, с помощью откашливателей либо специальных упражнений. Это как альтернатива для паллиативного пациента. Когда требуется постоянная респираторная поддержка более 16-18 часов в сутки, тут уже нужно решить вопрос о переходе с неинвазивной масочной вентиляции к инвазивной. У маленьких детей отсутствие коммуникации, кооперации, трудность оценки эффективности вентиляции через маску, многие пациенты трахеостомированы. При невозможности наладить адекватную респираторную поддержку неинвазивными методами, либо подобрать маску невозможно, аномалии, травмы скелета, какие-то онкологические осложнения, тогда, конечно, приходится прибегать к неинвазивным методикам. И тех ситуациях, когда невозможно провести длительное отлучение пациента, попавшего по каким-либо причинам на инвазивную вентиляцию легких, тогда продолжается она. Основные получатели длительной инвазивной респираторной поддержки – это поздние стадии нейромышечных заболеваний, куда в первую очередь относится боковой амиотрофический склероз. У взрослых спинальная мышечная атрофия – первый тип, либо мышечная дистрофия Дюшена. У детей и подростков может быть и спинальная высокая травма, когда нарушается собственное дыхание и имеется повреждение дыхательного центра. Крайне тяжелая степень синдрома ожирения и гипервентиляции, я уже сказал. Те состояния, которые приводят пациента к вегетативному состоянию, когда нет коммуникации, невозможно неинвазивно поддерживать его дыхание. Также онкологические пациенты с нарушением функции внешнего дыхания, хронической дыхательной недостаточности. Ниже приведены конкретные примеры разных пациентов, часть из них с боковым метафизическим склерозом, с нейромышечными заболеваниями или паллиативное вегетативное состояние. Респираторная поддержка в паллиативном отделении 28-й больницы, где я курирую эту часть, тоже может осуществляться не только с помощью аппаратов инвазивной вентиляции или неинвазивной. Кстати, аппараты, которые у нас находятся, они позволяют проводить и тот вид терапии, и тот. В данной ситуации пациентки проводятся вспомогательной вентиляции легких через инвазивный доступ, трахеостому. Вегетативное состояние у женщин. Также мы осуществляем респираторную поддержку с помощью аппаратов, которые представлены высокого потока. То же самое. Аппарат высокого потока позволяет проводить не только через конюли, но и через трахеостому. Специально есть насадка для соединения с трахеостомой, как у данной пациентки, которой это заменяет фактически обычную подачу кислорода. Кислородные концентраторы, которые представлены разных вариантов и мощностей. Тоже это респираторная поддержка. Ну и откашливатели. Откашливатели – очень важный элемент. Возможность использования высокой потоки в паллиативной помощи весьма перспективен и прост. Сравнивая эффективность по удалению СО2 с маской, уменьшает работу дыхания, облегчение симптомов, повышает сатурацию, оптимальное увлажнение и согревание. Это очень важно, когда вот этот высокий поток, это должно быть максимально увлажнено и сохранено, чтобы не повреждать дополнительно респираторный тракт. Улучшает клиренс мокроты, облегчает ее удаление. И возможность проведения высокого потока не только через конюли, но если пациент трахеостомирован, то есть инвазивный доступ имеется, через специальную насадку тоже возможна респираторная поддержка. Простота использования. Не требуется никакой специальной подготовки персонала. Одна кнопка включить, выключить, установить скорость потока, фракцию кислорода, если требуется кислород вообще. А можно и без кислорода в некоторых ситуациях проводить эту поддержку. Ставлю высокие потоки просто воздуха подогретого. И бесшумная работа и, главное, комфортное перенесение этой процедуры пациентам. Все-таки маска достаточно тяжело переносится многими пациентами, особенно в паллиативной помощи. Таким образом, это достижение может активно использоваться, как и используется у некоторых наших пациентов, наряду с аппаратной поддержкой дыхания. Интересна судьба паллиативных пациентов, которые находятся на длительной инвазивной вентиляции легких, которая проведена по результатам многоцентрового исследования. Часть пациентов, попавших на ВЛ, у которых была трахеостома, путем длительного вининга или отлучения, были отлучены. Это 30%, то есть фактически вернулись к собственному дыханию. 22%
Облучены от искусственной вентиляции, но только остома оставлена, вероятно, в результате наличия бульбарных расстройств. Она оставлена для адекватной санации и контроля аспирационных осложнений. Часть из них, 16%, остались на ЭВЛ через трахеостому, то есть те пациенты, которые и, собственно, являются паллиативными дыхательными хрониками с инвазивным доступом. И 6 пациентов из тех, кто длительно находился на респираторной поддержке, удалось их перевести на маску. Четверть, к сожалению, погибли. Таким образом, паллиативная помощь сталкивается именно с категорией, когда пациент остается на трахеостоме и на вентиляции пожизненно, либо с теми, которые, находясь на вентиляции инвазивной, постепенно переходят на маску, и это их уже пожизненная респираторная поддержка. Как у этого пациента, который очень длительно находился в паллиативном отделении, в конце концов восстановился, и трахеостома была отдалена, у него достигнуто восстановление. Но это длительное восстановление, конечно, проведено в паллиативном отделении, не в больнице, где он изначально попал. Также длительный домашний квининг или отлучение у ребенка, который тоже длительно находился на вентиляции нейромышечного, в конце концов, в результате 8 месяцев постепенного отлучения и усиления собственных дыхательных попыток, пациент остался на маске ночной. Нейромышечные заболевания – огромная группа заболеваний, общая для них мышечная слабость, нарушение движения, дыхательная недостаточность, нарушение глотания. Те, еще раз, заболевания, как при которых требуется длительная респираторная поддержка, спинальная мышечная атрофия, врожденные мышечные дистрофии у пациентов, боковой амиотрофический склероз, у пациентов взрослых. Очень серьезная проблема. И проблема заключается даже не собственно аппаратные вдохи, выдохи, а в том, что у пациента нарушается откашливание, соответственно, дренирование мокроты. У пациента гиперсаливация, когда нет глотания этой мокроты, 1,5 литра в сутки слюна выделяется, если не проглатывать, это будет постоянно истечение этой мокроты, попадание ее аспирационное осложнение. Поперхивание вследствие выраженной дисфагии, микроспазмы, периодически возникающие спазмы у пациентов мышечных, особенно при боковом амиотрофическом склерозе. Нарушение ритма дыхания, которое двоякого характера. У некоторых нарушения преобладают во время сна, во время горизонтального положения, уменьшаются при вертикальном. Таким образом, респираторная поддержка может быть не круглосуточной. Ну и диспноя, то есть неконтролируемая одышка, когда одышка сама по себе является тягостным проявлением и напрямую не связана с нарушением газового состава. Здесь у нейромышечных пациентов, особенно при БАС, сейчас активно используется морфин в небольших дозах, который позволяет купировать эту одышку, таким образом улучшить качество жизни. Здесь некоторые слайды, которые показывают показания к домашней вентиляции легких, критерии начала домашней вентиляции, участники процесса. Понятно, что это пациент, это родственники, которые ухаживают за пациентом в домашних условиях. Если он находится в паллиативном отделении, соответственно, персонал. И очень трудное решение самого пациента, особенно при нейромышечном заболевании, при БАСе, когда пациент находится в абсолютном сознании и вправе сам контролировать свою судьбу и выбирать способ оказания паллиативной респираторной поддержки. Поэтому полное информирование пациента о заболевании и прогнозе, составление плана и принятие решения об окончании жизни. Очень важно для таких пациентов понимать, как они согласны, насколько они согласны на агрессивное проведение вентиляции легких, если она нуждается первоначально неинвазивно, насколько они согласны переходить на трахеостому. Здесь очень важна позиция пациентов и тех родственников, и тех опекунов, которые ухаживают за этим пациентом длительно. Помощь в терминальном состоянии – очень важный аспект, в том числе и людей, в том числе и специалистов, которые занимаются респираторной поддержкой таких пациентов. Персонал отделения паллиативной помощи, а также люди, ухаживающие за этими пациентами, должны быть обучены. Понятно, что эксплуатация оборудования, но это, в принципе, все несложно осваивается. Даже родственники без медицинского образования, сиделки, как правило, тоже с минимальными медицинскими компетенциями, достаточно быстро осваивают методику ухода пациентов, находящихся на респираторной поддержке. Естественно, параметры устанавливаются врачом, либо паллиативной помощи, либо реаниматологи, как правило, либо пульмонологи, которые изначально более продвинуты в этом направлении.
Оценка состояния пациентов, которые находятся в вентиляции. Очень важно учиться, конечно. Адекватная вентиляция или нет. Реагирование на опасности и риски. То есть созданная методология определения, опасно, не опасно, что делать в каждом конкретном случае. Обычно такие инструкции вывешиваются над изголовьем кровати пациента, чтобы человек, который ухаживает, знал наиболее кризисные ситуации, на которых он должен адекватно реагировать. Лопнула манжета в трахеостоме, утечка из дыхательного контура, какие-то шумы, нарушение работы аппарата, нарушение дыхания, движение дыхательной грудной клетки, которое может свидетельствовать о нарушении работы воздуходувки и так далее. Адекватная санация трахеи, то есть правильное проведение санации, этому обучают нужно и сиделок, и родственников, ну, естественно, медработников, которые до этого не занимались этим. Профилактика инфекционных осложнений. Это правило двух катетеров. Для санации ротовой полости один катетер, для санации трахеи другой. А также оценка таких объективных показателей, которые, как правило, определяются прикроватным монитором. Это частота дыхания, частота сердечных сокращений, давление, температура, цвет кожных покровов. И те параметры, которые устанавливаются уже, собственно, на мониторе аппарата и на дисплее аппарата. Аппараты для длительной респираторной поддержки инвазивные, их достаточно сейчас много, слава богу, есть варианты разной доступности и возможностей. В принципе, все они достаточно безопасны, удобны и просты в использовании. Устанавливается дыхательное верхнее давление, устанавливается давление в конце выдоха обязательно, чтобы легкие не схлопывались в конце выдоха. Всегда должно быть какое-то давление, поддерживающее все альвеолы под раскрытыми. А также вдох, время вдоха тоже устанавливается. Давление, которое устанавливается при выборе вентиляционной поддержки, зависит еще от характера заболевания. Наиболее высокое оно, это давление поддержки при хронической обструктивной болезни, меньше при нейромышечных заболеваниях. Частота дыхания – это больше для педиатрических специалистов. Ориентировочно устанавливается с учетом возраста пациента, его потребностей. Соотношение вдоха к выдоху тоже устанавливается. Время вдоха к выдоху аппаратного в зависимости преобладает рестрикция либо обструкция. Эта табличка очень полезна. Настройка триггеров, то есть отклик аппарата на дыхательные попытки пациента, чтобы аппарат помогал пациенту, а не боролся с ним, да? Чувствительность вдоха устанавливается, как правило, высокая чувствительность, чтобы пациент нейромышечный не тратил много сил на инициацию вдоха. Чтобы аппарат не мешал пациенту выдохнуть, устанавливается триггер выдоха. Увлажнение дыхательной смеси обязательно. Используются контуры, которые подают дыхательную смесь через систему увлажнения, либо влагосберегающие фильтры, как альтернатива для части пациентов, у которых нет возможности получать увлажнение постоянно. Для детей увлажнение обязательно. Увлажнители мы используем Fisher & Paykel, различные комбинации. Они осуществляют и подогрев, и адекватную кондиционирование дыхательной смеси, очищение ее. Поэтому это очень важная функция при инвазивной поддержке. Откашливатель абсолютно необходимо. Что он делает? Собственно, это усилитель кашля. Делают усиленный вдох и выдох с высоким разрежением. Таким образом, мы устанавливаем достаточно высокое давление на вдохе, откашливание происходит либо через маску, либо через трахеостому. Шланг подключается и туда, и туда. Время этого вдоха, как правило, оно длиннее обычного. И разрежение на выдохе, то есть как пылесос работает, время тоже должно быть достаточно длительным. Здесь не совсем характерная картинка. Выдох в откашливании должен быть 1,5-2 раза длиннее вдоха. Таким образом, осуществляя собственную эвакуацию мокроты. Варианты откашливателей разные. Еще очень хорошая функция в откашливателе, которая позволяет разбивать мокроту и таким образом эффективнее освобождать дыхательные пути, это осцилляция, такое подергивание, потряхивание этой дыхательной смеси, которая позволяет более эффективно, тоже устанавливается в аппарате. Синхронизация собственной попытки вдоха. Важно. Я думаю, мое время заканчивается. Да, Юля? Да, Дмитрий Владимирович, все. Как обычно, я не знаю. Много, но очень все. Да.
Да, осветить такой массив, но... Да, это массив, действительно. Дело в том, что это просто такой достаточно большая презентация, которую можно более подробно... А сколько у нас по времени осталось, Дмитрию? Может быть, нам все-таки закончить? Диана Владимировна, мы заканчиваем, да, и Дмитрий Владимирович как раз сейчас об этом говорит, заканчивает. Ну вот я и говорю, сколько у нас по времени, вот по таймингу? Минут пять еще и заканчиваем. Ну и мы заканчиваем, закрываемся уже. Да, угу. Да, Диана Владимировна. Да, тогда пять минут у нас. Угу, спасибо. Отлично. Пять минут – это целая вечность. Таким образом, первоначальная служба помощи пациентам с БАСМом в Петербурге осуществлялась и продолжает уже сейчас через колл-центр, где были координаторы, через клинические приемы, обучающие родственников и пациентов определенным навыкам, в том числе и работе с оборудованием, и курации. Сейчас в Петербурге ситуация улучшилась благодаря государственному созданию государственной поддержки. Те пациенты, которые нуждаются в постоянной респираторной поддержке, оказываются в специальных респираторных центрах, там им подбирается оборудование, обучаются родственники, они отправляются, курируются на дому. Боковой амиотрофический склероз очень важный контингент наших респираторной поддержки на дому. Это одна из первых наших длительных респираторных поддержек пациентов с БАСом. Сам он тоже врач был. Вот в течение 7 лет осуществляли мы респираторную поддержку инвазивную на дому. Вы видите те аппараты, которыми мы в начале 2000-х годов могли работать. Это Уральский завод делал фазу тогда, 21-ю. И у нас были... Я знаю, что фаза сейчас во многих регионах, в том числе и в Кавказском регионе есть. Этот аппарат активно используется и скорой помощью, и спасателями. Вот таким аппаратом, в принципе, можно проводить тоже дыхательную респираторную поддержку. Всегда должен быть резервный аппарат у такого пациента. Всегда. Вот у нас, в конце концов, их уже было три поколения разных аппаратов, которые мы использовали в зависимости один на стерилизации, другой на работе, третий заряжает аккумулятор. Таким образом, уже тогда, даже когда не было никакой паллиативной помощи, никакой респираторной уж поддержки, уже тогда уже такая вот помощь этому пациенту проводилась, и этот пациент был достаточно мобилен, очень активен. Это пациент с БАС, очень характерный, кстати, пациент, с высоким интеллектом, с потребностью в коммуникации. И этот был человек невероятно работоспособный, и тогда он как переводчик себя проявил, себя был очень известным переводчиком, в том числе многие книги уже те, которые изданы в процессе вентиляции легких, были изданы. Это, собственно, и была его уже жизненная задача, и это реализация его высочайшего интеллекта. Ну и, собственно, это был заработок для всех их семей. Такая поучительная история, а особенно, когда мы знаем пример великого физика Хокинга, Стивена Хокинга, который 38 лет находился на респираторной поддержке, и человек, который внес в науку невероятный вклад, сравнимый с современным Эйнштейном его называют, так что тоже пациент с БАС. Благодарю вас за внимание, коллеги.